Кажется, фойе знакомого Дворца культуры сегодня расширилось. Из-за дождя сюда переместились национальные подворья. Погода таки внесла коррективы в географию, но хорошему настроению горожан даже ливень не помеха. Русское подворье встречает гостей по-русски – самоваром. Правда, не пыхтящим, а пляшущим. Да еще каким зажигательным! Мы представляем танец, называется он «Русский самовар». Мы подготовили этот танец к Дню города. Хотим поздравить наших бендерчан с Днем города, пожелать им хорошего настроения в этот, казалось бы, дождливый день, но чтобы этот день прошел на позитиве, чтобы все жители нашего города остались довольны. Мы представляем культуру нашего русского народа, которая выражается вот в нашем фольклоре, в движениях и в танце. Народный хор украинской песни «Червона Калина» – настоящий творческий бренд «Бендер». День города открывает новый сезон для коллектива. Хор недавно отметил 30-летие, но, как и прежде, заряжает ритмами горожан. Украинское подворье как дань традициям. Здесь и рушники, и кочерга, и прялка. Все это не просто бутафория, музейные экспонаты. Их в этнографический музей Бендерской украинской гимназии номер 3 приносили и ученики, и родители, и даже сами педагоги. Так собралось более сотни экспонатов, главному раритету около века. Мы заняли 3-е место на республиканском конкурсе музеев республики. И вот все, что вы видите, это в этнографическом музее, это родители, дети, творческий коллектив гимназии собирали по крупицам, восстанавливая историю украинцев этого города Бендеры, самого лучшего города в нашей республике. Сало и вареники, а рядом голубцы с наперсток и, конечно же, плаценты. В Косомаре, где всегда рады гостям, уютно по-домашнему. Вышивают, делают куклы-обереги и даже на глазах у публики вяжут веники. Для Нины Константиновны это семейное дело. Вначале метелки из проса вязал ее дед, потом отец, да и она знает в них толк. Папа пруд железа здесь ставит, и если берет в руку и веник тяжелый, это хороший. Но веники эти по 4, по 5 лет. На подворьях рады гостям. Главу Бендер и делегацию города-побратима Чедерлунки встречают хлебом с солью и национальными приветствиями. Сегодня замечательный день. Я бы хотела сказать спасибо всем, кто сегодня выставил свои подворья, кто показал людям, что мы дорожим своими национальными традициями, кто еще раз подчеркнул, что можно в рамках одного государства жить людям разных национальностей, говорить на том языке, который нам родной. Удивить гостей пытаются студенты Бендерского технологического техникума. Здесь и именинные торты, кренделя и непривычные букеты из овощей. Песни на молдавском, русском, украинских языках звучат, не заглушая друг друга, в унисон. Горожане всех возрастов и национальностей сегодня вместе празднуют и поздравляют Бендеры с 608-м днем рождения. И даже не погода им не помеха. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.